Доброе утро, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Утро ранее. 4 часа, 14 мая 2022 года. Я извиняюсь, конечно, за сопровождение. Вон там в кустах какая-то бешеная утка плавает, не закрывая рта, крякает. Значит, сегодня у меня мармастик до 2,5 грамм. Катушка держателя со скелетной. И леска сегодня тоже фирмы Nisus. Вот так вот все это выглядит. Я уже обзор, ну такой предобзорчик небольшой делал. Вконтакте пост есть, даже с видео. Вот. Леска в диаметре 0,074. Размотка 100 метров. Ребят, в магазине Трофей стоит 123 рубля катушка. Но! Есть одно но. Заказать можно не меньше 6 штук. То есть надо набирать на какую-то определенную сумму. Ну, я что и сделал. Рыбалочки были на запасном аэродроме. Рабочие недели, ну, то есть рабочие дни начались. Ребят, ветер юго-западный, северо-западный. Дует постоянно. Дует постоянно, направление неважное. Ветер 5-10 метров в секунду. С порывами до 15-18. Нас даже крышу сорвало там. Я уже, по-моему, об этом говорил. В одном месте лазили, крепили. В общем, оттас какой-то. Такое впечатление стало, что в степях живешь. Вот я в Забайкальском военном округе дослуживал, да. Вот там степи, это пипец какой-то. Вот, блин, это оттас. Весна очень холодная, рыба капризная. Вот, берет через пень колоду. Мы не в Москве живем. Все-таки северо-восточное направление. У нас разница с Москвой от 3 до 5 градусов. Так что как-то так. Ну, поехали потихоньку. А, и катушка у меня иного 1003. Леска, естественно, это. Шарнир КТ 0,25. Посмотрим. Здесь затишок сейчас. А вот там дальше репь уже. Уже ветерочек там. Что-то наконец-то разловил. Окунь, скорее всего. На. Окунямбар. Да. Я столько протопал, я уже где-то, это, так сказать, при первого включения, ну, минут 20, наверное, проходил. Вообще тишина. Ну, как видите, да? Че, время? 5 утра, уже ветрище вот такое. 4, 5. Очередной окунямбар. Ой, господи, боже мой. Да, погодка шепчет. Ну, что это такое? Я говорю, постоянные ветра, постоянные. Главное, все время с каким-то с этим, как бы, западным уклоном. Рыба бастует. Может, конечно, солнышко выйдет, попригреет, получше будет. Что-то присело. О! Уклейка. Обалдеть, блин. Уклейка. О, елки-моталки. Еще заглот. Все как положено. Да, давно такой весны не было. Ведь вода-то холодная, елки зеленые. Ух, ну наконец-то. А пара шлаки Джон опять. Блин, заговоренный какой-то. Первое. Я говорю, может, солнышко выглядит. Выглянет. Это моя любовь, приходить очень рано на рыбалку. Ой, извините, не всегда сказывается хорошо. Так, что-то еще есть. Вот венка. Мелкая. Да. Эти рыбы-то холодные. Одна мелочь.
Ничего такого сверхъестественного. Холодно, холодно. Вода холодная. В сапогах стою, прям чувствую. Не нагреется все никак. Вот, Винус, пожалуйста. Не, надо перевязаться. Надо потяжелее мормушечку поставить, потому что, я так понимаю, рыба прижата ко дну. Большая часть поклевок идет с глубины. Поэтому, как ни крути, не наоборот облегчаться, а именно утяжелиться надо. Вот он, окунец. Это 100%. Ух, как дергает. А, не, ух ты. Ничего себе. Вдоль берега самого, блин, прилетело. Вот вишка-то звалась. Со дна прям. Вот тебе говорю, пойми ты эту рыбу. А там наши специалисты все кричат, что ли, блин, 0,08, 0,010. Да, блин, в пол воды, и не иначе, и никак. Хрен наны, блин. Что-то еще. Окунь. Окунь. Мылкий. Но симпатичный. Кстати, хотел еще сказать по мурмастику. Очень кидучая палка. Я бы ее, конечно, со стеклом сравнил, но боюсь этого делать. Но вот против ветра, да, заброс. Ну, многим даст фору. Еще одно доказательство, что со дна все получается. Какая-то плотва одуревшая. От холода видно. Уже поведение как у окуня. На ступеньку берет, елки-моталки. Очумить можно. Блин, место нашел, такие поклевки. Ух. О, платвинус. Прошу любить и жаловать. Ну что-то прям как бьет. Да. Будете, говорит, у нас на Колыме. Нет уж, говорит, лучше уж вы к нам, да? Вообще шикардосно, конечно. Пускай и ветер, но сейчас солнышко вышло, потеплее стало. Лето скоро, красота. Вот зиму никак не люблю, вот вообще. Как-то больше все лето. Лето, весна, вот осень теплая. Эть. Ну, как-то поинтересней. Чё-то присело. Что-то там присело. Плотва хорошая. О, какая красотка. Опаньки. Вот это уже трофей. Букашечка. Донбайт. Все как положено.
симпатюля какая. Да, в общем, короче, рыбалка сегодня так себе. Но рыба поймана, самое главное. Мелкая, правда, но что сделаешь. Не мы, как говорится, диктуем условия рыбалки. Зачастую бывает наоборот, что погода. Били мало, откровенно мало, но я еще раз говорю, я грешу на погоду. Потому что осень холодная, ой, осень, весна, и кое-где, кое-как. Кстати, хочу еще заметить очень много этих холостых поклевок. То есть рыба интересуется, я по кончику спиннинга вижу, что прихватывает. А приманку подстаскивает и все. Это не мелочь. То есть, в принципе, рыба капризничает. Лень, матушка, не клевать, короче, по такому холоду. Чего-то посолиднее чуть-чуть присела. Хоть палка ходуном ходит. Это вообще красотка, присел сейчас. На паузе со дна. Представляете? Вот вам и нафиг. Кстати, даже ни одной бубышечки нету. Может, она к нересту готова или готовится. Ну такая. Давай, давай. Беги. Уайтбейтик. Зеленушечка моя любимая. Зеленка, как я ее называю, цвет. Я говорю, поведение, как у мелкого окуня стало. Шла за ней, раз тукнула, два тукнула, на третий раз взяла. Опа, плотвище. О, хорошо. Кто-то ее тут пытался скушать. Ветер крутит. Ужас какой-то. Проводка такая тоже сейчас вот. Не морма дрожь, а вот такие потяжки делаешь. Что-то было. Вот знаете, как заактивизировался клев. Обалдеть можно. Я не знаю, что это. Но это что-то очень большое. Ну как? Во всяком случае крупнее, чем я ловил до этого. Что-то село.
Ну что, Нисус, давай не подводи. Угу. Я так подозреваю, это подлец. Угу. Тихо. Андрюха, спасибо тебе огромное за приманки, а. Да, подлещик. Подлещик. Да ёб твою душу, богу мать. О, все. Боевое крещение сделано. Эх, когда же я под саком обзаведусь, да? Может, спонсоры подарят какие-нибудь, а? Ой. О! Фу. Есть контакт. Что-то быстро сдался, удивительно. О. Он весь в пупырочку, в пупырочку. Да, еще бы крючок достать. О, вот такой вот. Красава какой, а? Да? А, симпатичный. Ладно, давай. Спасибо тебе, дорогой. Я же говорил, солнышко выйдет. Пригреет, и все будет хорошо. Они листовые, вон у него прям бубырышки, пупырышки. Ладно, давай. Хоп, беги. Спасибо тебе, дорогой. Фу, yes. Ну как-то шустро сдался, даже удивительно. Этого не бывает. Еще один. Ёлки-моталки. Ну этот прям пошел туда, куда ему надо. Это, наверное, не сдаться так быстро. Вообще, он крупнее, походу, делал. Два подряд, это вообще уже круто. Блин, что ж у меня не нанофил-то, а? Скорее всего, оборвет. Пошел в кусты в какие-то он. Блин. Прям бойкий-бойкий. Такой влупил прям. Что сегодня за утро? То ни одной рыбины нормальной, тут два подряд.
Вы уж извините, тут солнышко слева будет. А, что-то там мощное. Не хочет сдаваться. Эти руки трясутся, елки-палки. Уж какого подлещика и леща ловлю, а руки ходуном ходят. Ну вот, смотрите, как палочка работает. Тихо. Иди к папочке лучше. А ты у предыдущего опыт возьми. Быстрое вываживание, быстрое отпускание. И все хорошо. Встал. Как вкопанный. Ну. Я думал, сегодня рыбалка так и закончится. С мелочью с одной. Ну что, Сергей, который Казанцев, спасибо за палочку. А, все-таки моя теория была права. Имеет место подтверждение, что когда солнышко выйдет и пригреет, а сейчас пригрело достаточно хорошо. Вот. Что рыбка немножко будет поактивнее. Так, ладно, выключусь пока. Это там такая лопата клюнула. Я боюсь шевелиться даже. Там такой лещ. Ядрить, моколотить. Это просто что-то с нечто. Я таких здесь еще не ловил. Просто офигенных размеров, короче, дядька. Лесочка, например, напоминает 0074. У меня уже рука затекла. Спиннинг держать и пальцем шпулю придавливать. Вот так все делаю. Немножко притормаживаю. Ну там такой турандот. Это просто с нечто что-то. Ладно, включусь. Обыкновению прошло уже 2 часа. Ну, это, конечно, шутка. Я уже закурил повторно. Надо его как-то его надо двигать. Блин, у меня каждый раз палка вздрагивает, и у меня же прям все опускается.
был бы нафил или хотя бы шнур, можно было бы немножко не церемониться. За палку не беспокоюсь, больше переживай за леску. Помните, в прошлом году по осени на Blackfly москит, который шестичастный, у меня что-то штукнуло. Вот подозреваю, то же самое было. По осени было. Я его даже заразу приподнять не могу. Вот он стоит на одном месте. И хоть ты тресни. Почему-то идет хвостом вперед. Забагрился, что ли, я не пойму. Или не разворачивается, настолько он силен, что развернуться нет, не дает. Такая штука машина тут. Это просто атас. Чуть-чуть сдастся и опять обратно. Блин, что творит? Я уже минут, наверное, 10 стою. Он-то устает, да и у меня тоже рука уже офигела. Ой. Блин, был бы нанофил, конечно, я бы сейчас его... Ого-го-го-го, чуть-чуть бы можно было попробовать его приподнять. Я говорю, за палку я спокойно абсолютно, а вот за леску диаметром 0,074, как-то с разрывной нагрузкой в 500 грамм. Ладно, включусь. Он просто огромный, ребята. Блин, я таких еще здесь не ловил, я говорю. Опять пошел. Да что ты за рыба-то? Успокойся ты уже, а? Я не могу больше. У меня уже рука отваливается. Гляньте, ребята, лопатка какая. Я даже не знаю, сколько в нем килограмм. О, я это сделал. Я поймал огромную рыбу. О, твою дивизию. Господи. Это вы гляньте, размерчики. О, вот это лещ. Вот это просто бомба, блин. Что, братцы, рыбаки, рыбу отпустил, извините, руки трясутся, ничего снимать не стал, как отпускал, еле это, уплюхал, ушел, короче, вот так вот, вот вам и мормышенка, вот вам, кто-то мне писал, что крючки говно китайские, не выдержат крупной рыбы, но в леще где-то, я думаю, килограмма 3, не меньше. Да что вот так вот. Вот вам и мормышинг. Вот вам леска. Вот вам мурмастик. Андрюхе спасибо за приманки. Сергею спасибо за леску и за
Отличный инструмент за спиннинг. Ну что, с вами был Сашок. На этой позитивной ноте, я думаю, можно заканчивать сегодняшний обзор. Мормостик обловлен по полной. Все выдержал. Крючки покупайте. Пост недавно выкладывал в ВКонтакт с названием, артикулом и где купить можно. Крючки дешевые, но, как вы видите, все держит рыбу прекрасно. Вот. С вами был Сашок. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Дальше, я думаю, будет еще интереснее. Ну, а так, как всегда, что, увидимся на рыбалке.